всем привет. Привет. Сегодня хотим пригласить вас покататься с нами по Зеленке. Зеленка – это гмина в Мазовецком воеводстве, которая является пригородом Варшавы. От Рембертова, где мы проживаем, сюда легко добраться на велосипеде. Для этого нужно проехать мимо военной академии, затем зеленой дорожкой мимо ухоженных частных домиков и небольшой лесной перешеек, где деревья красиво образуют свод над дорогой. И вот уже на этом перешейке мы проезжаем указатель «Зеленка» и сворачиваем на велосипедную дорожку, ведущую нас по краю этого прекрасного места к центру гмины. По бокам этой обустроенной дорожки очень много ухоженных домиков, красивых посадок и скверов. Есть даже место для любителей активного отдыха с треком и станцией ремонта велосипедов. Попадаются симпатичные новостройки, ощедлы. И вот, доехав до оживленной дороги, мы попадаем в такой же оживленный райончик, где можно походить по закупам или перекусить. Например, моей любимой запеканкой, с такой хрустящей корочкой и свежей мякотью внутри, а сверху большое количество додатков и вкусный тянущийся сыр.
Эх, и все это под ароматный чаек с бергамотом. На перекрестке расположено множество магазинчиков, где можно найти все самое необходимое. Мы очень любим приезжать сюда в свободное время и кататься по тихим и зеленым кварталам. Кроме красивых улочек, здесь можно отдохнуть среди огромного количества насаждений в парке Дубки, да и не только. И вот, катаясь как-то раз, мы обнаружили очень интересный алкогольный магазин. Кроме традиционного алкоголя ведущих марок, посмотрите, какие тут штуки есть. И трейлеры, и мотоциклы, и еще там всякие там катки. А внутри залит французский бренди. Очень хороший и качественный. Как меня заверила продавщица. Мы обязательно возьмем такую штуку на пробу и поделимся с вами. А вот в этой бутылочке граппа в виде самогонного аппарата. Новіжистов, просимо о зайще з роверу і припровадження го через ходник в тунелю. Отак, пойдемо пішком. Ну і як же без традиційного вкусного заварного кофе з частками. А вот и сам парк Дубки с древними мощными деревьями. Не знаю, насколько они древние, но очень-очень большие и мощные.
в этом прекрасном парке можно покататься на велосипеде, самокате, походить пешочком, посидеть на лавочках, поиграть с детишками, со своими прийти. Ну или вон, подкачаться. Надо, кстати, продумать этот вопрос. После парка прокатились по уютным засаженным зеленью дворам с вот такой многоэтажной постройкой, целых там 5 этажей или 4. Все чисто, опрятно, уютно, хорошая дорожка, аккуратные парковки для автомобилей, нигде никто не раскорячился поперек дороги. В общем, красота. Вот, почти доехали до озер. Глинянка – небольшое водохранилище, которое заслужило титул «Маленькие Мазурии». Красивый цвет воды, песчаный пляж, игровые площадки, площадка с тренажерами. Администрация прилагает все усилия, чтобы отдых был приятным и безопасным. Вода в водоемах регулярно проверяется, а во время каникул дежурят спасатели. Глубина водоемов доходит до 5 метров. А своим существованием эта прекрасная зона отдыха обязана началу добычи глины в 20-х годах прошлого века. Глину использовали в качестве сырья для производства кирпича, черепицы, клинкера и других керамических изделий. Таким образом, по окончании разработки эта территория превратилась не в заброшенную свалку, а заботливо была обустроена для отдыха людей.
парковой зоне высажено огромное количество различных деревьев, в том числе плодовых. Очень много цветов, как дикорастущих, так и культивируемых. По парку расставлены стенды с описанием местной флоры и фауны. Кроме стендов имеется множество мест для отдыха, пляжи, спортивные и детские городки. Также жители могут в жаркий день занять столик под крышей, если повезет, и весело провести время на пикнике. Также можно, скорее всего, по согласованию проехать на автомобиле и привезти на нем любимое плавательное средство. Костел Ченстаховской Богоматери. Его строительство началось в 1937 году под руководством капеллана учительского приюта Болеслава Ягеловича, который впоследствии стал первым приходским священником. После перерыва в строительстве, вызванного войной и оккупацией, были возведены боковые проходы и колокольни. И в 1989 году кардинал Юзеф Глемп осветил главный алтарь. В настоящее время костел также является местом проведения художественных и культурных мероприятий. Одна из самых старых построек – это дачный домик, покрытый четырехскатной мансардной крышей с дымоходом посередине. Его создание датируется второй половиной XVIII века. За домом когда-то простирался сад, который заканчивался прудом. В начале 20-х годов 20 века была воссоздана частично сохранившаяся городская планировка Зеленки. Территория этого района была разделена на 140 участков разных размеров. Благодаря этому город стал одним из любимых мест спокойного отдыха, досуга и развлечений. Свидетельством тех лет является деревянная дачная застройка, в некоторых случаях очень хорошо сохранившаяся. На улице
улице Понятовского, 29, стоит четырехэтажное здание 1902 года постройки. Проект польского архитектора, академика Петербургской императорской академии художеств Стефана Шиллера. Значение – общежитие для учителей. Вокруг разбит живописный парк с вековыми деревьями и прудом. В северо-восточной части здания находится часовня в готическом стиле, увенчанная высокой башенкой. В то время приют был центром религиозной жизни. Сегодня в здании находится дом престарелых. Ну, надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя поездка. Оценили окружающие, так сказать, красоты. Зелени, дорожки и прочее, прочее. А за сим всем всего хорошего. Смотрите нас. Хорошего настроения. Всем пока.